Прошу внимания, господа, встречайте Джеймса Дойла, ДОО. Он присоединится к нам для выполнения этого задания. Он был обладателем одного из самых высоких рейтингов в школе ДО в Гилфорде, поэтому вы можете быть уверены в том, что он очень опытен. К счастью, мы спасли его от унылого существования в ВВС в 41-м. Теперь, когда представление закончено, давайте вернемся к задачам, поставленным начальством. Здесь располагается большое число крупнокалиберных береговых батарей, которые угрожают грядущему вторжению на Сицилию, названному «Операция Хаски». Та, что беспокоит сильнее всего, находится здесь, на Каппо Моро ди Порко, небольшом полуострове возле Сиракуз. Эти орудия должны быть уничтожены до того, как корабли союзников займут позицию для вторжения. Чтобы это сделать, нам понадобятся ваши особые таланты, господа из САС. На местном рыболовецком судне вас доставят к орудиям. Вы должны будете суметь подобраться достаточно близко, не вызвав подозрений. Орудия находятся в бункере, который фрицы построили под руинами этой старой крепости. Наша задача – проникнуть внутрь, заминировать орудия и склад боеприпасов. Затем, неподалеку от этого места, вы встретите лодку и вернетесь назад, к монарху Ульстеру. Вы все получили свои досье. Внимательно изучите их. Успех вторжения зависит от нашей работы. Бог в помощь. Разделимся на два штурмовых отряда. Дойл, ты возглавишь вторую команду, чтобы уничтожить охрану внутри здания в доках. Первый отряд под моим командованием обеспечит прикрывающий огонь. Вопросы? Гувер, Лютис, снимите этого часового. Из лодки, живо! Вы знаете, что делать! Не вставайте! Замаскируйтесь! Замаскируйтесь! Отлично сработано. Дойл, прежде чем вступить в бой, ты и твой отряд как можно ближе подойдете к этому бункеру. Мы обеспечим прикрывающий огонь. Так точно, Дойл. Как угодно, напарник. Как угодно, Дойл. Как угодно, напарник. Хорошо. Так точно, Дойл. Хорошо. Хорошо.
этот грузовик. Люди, за руль! Как только мы попадем в бункер, то забьем пушки и заложим заряды на склад. Как обычно, берите любые важные документы. Замаскируйтесь! Хорошо. За руль! Верно. Хорошо. Как только мы попадем в бункер, то забьем пушки и заложим заряды на склад. Как обычно, берите любые важные документы, которые вы сможете найти. На гребне стоит маяк. Чтобы отвлечь немцев, мы взорвем его и выманим их из форта. Сэр, проклятый грузовик заглох! Черт! Дальше пойдем пешком. Это прямо здесь, наверху.
тропу, ведущую к крепостным стенам. Мы проберемся внутрь, установим заряды и уберемся. Давай, давай! От чертовой бабушки. Ладно, если Дойл правильно установил заряды, этот маяк должен взлететь прямо сейчас. Прекрасно, они уходят. Ложитесь, парни. Конец. Давайте поднимемся на эту стену. Вперед! Дойл, поднимись наверх и уничтожь радиорубку. Мой отряд подготовит для нашего отхода внутренний двор. Укрытие! Прикройте меня! Лежать! Нужно подтянуться!
Ладно, мы испортили их машины. Дойл, отведи свой отряд вниз и заставьте орудие замолчать. Помни, бери любые важные документы, которые сможешь найти. Те, кто останутся с нами, будут удерживать форт. Thank you.
получилось? Хорошо. Давай зайдем на склад, взорвем это место и ходу. Фрицы! Давай, давай! Бежать! Вперед! Шут-свиндель!
бежать! Огонь по комнате! Отсюда! Прикройте меня!
укрытие! Со мной на этом мотоцикле. Остальные в эту легковушку. Группа, подтянуться! Надеюсь, те проклятые пушки того стоят!